Взрывать будем поочередно. Первая будет P-1000, вторая будет Big Jumbo, потом будет Corsair 12 и последним мы взорвем Mega Jumbo. Это был Big Jumbo. Следующее, что у нас, Corsair 12. Да. Ну, тише. Никита, смотри, люди быстрее. О, Верочка! Ой, куски падают еще. Так, и последняя у нас осталась Мега Джамбо. Немножко надымили, согласен. О, прикольно, смотри, ошметки падают. Итак, в конце видео я решил поделиться своими впечатлениями. Big Jumbo, Corsair 12 и Mega Jumbo, в общем-то, несмотря на свою разную стоимость и разную комплектацию по количеству в упаковке, в общем-то, имеют схожую по шумовым эффектам, по взрывной силе действию. То есть, в принципе, если есть необходимость, то лучше приобрести, наверное, Big Jumbo. P-1000, она как бы не совсем конкурент этим большим петардам, но в своем ценовом диапазоне, в принципе, P-1000, наверное, одна из лучших петард. Также стоит отметить, что Corsair 12 имеет очень хороший дымовой эффект после взрыва, то есть после взрыва Corsair 12 будет очень много дыма, то есть можно сделать дымовуху. В целом на этом все. Mega Jumbo, в общем-то, наверное, своих денег не стоит. И, к слову, она намного легче, чем Corsair 12. Наверное, в 2-2,5 раза она легче, чем Corsair 12. Выглядит она намного больше, но там просто картонная упаковка. На этом, в принципе, все. Надеюсь, было видео вам мое полезно. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, в описании к этому видео будет ссылка на полное видео с обзором всех этих 4 петард. На этом все. Всем пока.